слышишь? Ну, собери это постельное. Я очень занят. Я снимаю, как коты дерутся. Давайте, деритесь. Я что, зря снимаю, что ли? Саня стартер поменял на Форде. Модный стартер поставил. Спикуй большой. Где? О, блять, какой маленький. Ебануться, сука. Как на Бургмане, чуть больше. А ну, давай. Охуеть, блядь. Да, реально так никогда не заводился. Вообще только дыр, блядь, и готово. Заебись. Да, бабка старая с мешком. Куртку когда оденешь, блядь? Чтобы одинаковые с торца были. Ебал, ты чё бложики не пилишь? Я чё бложики не пилишь? Ну на канал, блядь. Меня уже заебали, я тебя заебу. Ну, блядь, чё ж вы такие быстрые-то? А чё быстро, ебать? Достал с кармана, сука, и снимаешь? Я там поснимал чуть-чуть. Ну и где? Надо смонтировать. Надо флешку у тебя, кстати, забрать. Сейчас заберёшь. А твою не отдам. А зараза, блядь. Что у меня там материал? Ну тогда не отдам. Надо что, будет. Надо канистры там будет попиздить. Видел, там канистры лежат возле гаража? Нет, не видел. У чувака. Сейчас я тебе покажу. Вчера валил эти ебучие уши. Если тут так сдувало, блядь. В смысле, На улице ж валил. Рецепт за 40 рублей, пацаны. Был. Не, ну это реально, сука, сюда корт зайдет, вот этот прицеп. Саня предлагал, говорит, типа, прицеп надо, говорю, Сань, ты что, прикалываешься, что ли, блядь? Посылки разве что от подписчиков возить. Вот такая хуйня. Саня рамки поварил. Ты ж варил рамки? А? Ты ж рамки варил? Ну, конечно. А я ебу, насрал кто-то. Что такое, бля, черепунделем достал? Нет, подпрыгнул на больную ногу, какие вот так. А, на эту, блядь, на загипсованную. Что, опять в больничку тебя везти? Нет, не надо. А ебаный кабель этот, сука, на широкую пиздатый, никак не может, блядь, его. Широкую на широкую, блядь? Широкую на широкую. Ебаные волки. Ну вот лампы, короче, светодиодные. Света, правда, от них вообще нихуя нету. Кого? Идей. Вот это? Нет! А где? А, вот это? Ну... Так себе. Это сейчас. Ну так, да, мастерская на мастерскую становится похожа. Я сейчас тоже буду там себе полки, хуёлки варить, короче. Стол, который сварочный, поедет к Сашке вместе с полкой. Сейчас стяжка зальется, короче, и будет алга. Хуярь подноси будет. А что ты тут говорил, что-то проветрить, не проветрить? Помещение, ты видишь, какая влага на дверях. А, это из-за... Тут аж две течет, блядь. Ну это из-за вот этой хуйни? Ну да, штукатурка. Сейчас сольется пол, вообще пиздец. Штукатурка? Угу. Вот такая рамка, сука, уебищная получилась. Чего? Я вам, блядь, 66 и 72. Ну и чё? Ну чё, так и рамка сольется, 66 и 72. Ну и чё в ней уебь? Я думал, она хуёво получилась, а ты говоришь просто, то что она маленькая. Нет, просто с одной стороны 66, с другой стороны 72. Эти понятные дела одинаковые. Ну будешь как этот, блядь, как космонавт туда такой. Мне ровно этот сам. Ну ебани туда, блядь, сколько там кубов бетона надо. Ну да, блядь, заебись. Нормально будет это, как это, подъемник можно поставить потом. Не, я сам, склад, к вам должен взять. Ну ясно, короче, этот люк так открыл туда. Да. И все.
нельзя, некрасиво. Пока да, пока не надо. Строить. Это ж Ванькин гараж. Чей? Ванькин. Какого? Который этот сам на квадрике. А, да? Понятно. Великие планы по перепланировке. Или я уже рассказывал их, не помню. Ладно, не суть. Короче, великому плану по перепланировке предшествует поварка дохуя полков в подвал, для того, чтобы херову тучу всякой ебанины, которая здесь валяется и не нужна ежедневно, упиздила туда. А дальше... Дальше. По-моему, я это рассказывал. Что-то у меня такое дежавю. Что вот это, короче, выйдет к Сашке. Станок сюда. Полка к нему. Сюда сварочный пост. Где-то 70 на 700 на 1600. Мойка в угол. Вытяжка как раз та будет для мойки нормально. Здесь прошарашим еще одну дыромаху и сделаем вытяжку над столом, чтобы, короче, стружка туда сразу за борт улетала. Надо будет потратиться, этот моторчик купить, этот хитрый. Есть улитки, а есть такой он, как этот, как тарелка инопланетная. И он хорошо дует. Надо будет еще короб сделать. Кстати, где-то у меня вроде оцинковки лист валялся. Ладно, это отдельный уже разговор. А в подвал сейчас надо будет тоже. Ой. Вот у нас уголок лежит уже, рыдает, потому что гниет. Вот у нас тут полка с хламидником. Вот это Сашкин проект, который лежит уже здесь хуй знает сколько. И вот сюда тоже надо вот такие же полки. Это у нас 450 на 1600. На. И 1500. Вот. Уголок с подвала достать тоже то еще дело. И сейчас объясню почему. Так. Еще ниже, еще. Теперь. Берем табуреточку. Ставим сюда. Крючочек вешаем сюда. И теперь. Табуреточка уйди. Тут небезопасно. Ух, напряглась. Вы там спрашиваете вечно, какие ролики вариатор поставить? Вот такие. 160 килограмм один. Сашка бы под мышкой вынес. Блять, вот что называется, в большой семье еблом не щелкай. Хожу и ищу, думаю, куда, сука, жратва сухого пайка делать. Стрельникова мне перед еблищем махала только вот буквально. Хожу, блять, ищу. Он такой, что ты ищешь, блять? Говорю, тут, блядь, в сухом пайке, нахуй, жратва была. А он говорит, а я ее сожрал вчера. Да. Охуенно, нахуй. Паёк мой, блядь, а сожрал он. Слышь, давай не выёбывайся, понял? Вы поняли, блядь? То есть он сожрал моё, ещё говорит мне, не выёбывайся. Ну, потому что... Ты не охуел случайно? Да, блядь, перехожу тоже ложу, блядь, перехожу... Что ты, надо. Блядь, ложишь здесь? Вот скажи мне, что ты положил, что я съел? Вот хотя бы дно. А что я привозил? Нихуя ты не привозил, потому что, блядь. Пиздишь. Хорошо, что ты привозил?
Я привожу, живем, что ты пиздишь? Хорош? Нет, ты, Игля, и взгляд падла прячет, потому что знает, что пиздит. Вот же ж паскуда, нахуй. Нет, блядь. Если ты привозишь, ты уже заведомо на двоих привозишь, а не так, что ты оставил с расчетом, что ты будешь жрать, а я съел, нахуй. Как это делаешь ты обычно, вот сейчас, блядь. Ты воду, сука, выпиваешь, привозишь, говно. Какую, блядь, воду? Минералку твою, которую пить невозможно, блядь. А ты, сосол вкуснее. Ты допиваешь ее? Кого допиваю, блядь? Воду допиваешь, а потом не привозишь нихуя в конечном. Когда, блядь, это было в последний раз? Писиколы пак был, нахуй. Кто выпил? Какой писиколы пак был? Привозили, блядь, 6 бутылок пепсиколы, нахуй, или кока-колы. Ты куда она, нахуй, делать? Куда? Вон туда делась, блядь. Нет, да, нет, я столько не выпиваю. Сука, оставил, блядь, без еды, мудила. Можешь хавлить делать? Пошел нахер. Короче, ебанул одну полку в подвал. На вторую у меня что-то не хватило, поэтому решил эту сразу покрасить, чтобы уже к завтраму она была более-менее сухая. Вынести ее на улицу, завтра как раз пиздадуй поднимется, он ее должен подсушить, правда на холоде это все хуево будет сохнуть. Ну да ладно, короче, ушло всего пол-литра краски, и то, как сказать, пол-литра готовой краски, разведенной, то есть где-то с этих пол-литра 400 грамм краски и где-то грамм 100, ну может 150 от общего объема этого white спирита. Обычная эмалия PF-115. Так, это, блядь, не то, не туда закрутил. Сука! Теперь у нас будет white spirit с привкусом краски. Да, блядь! Во. Короче, полка у нас 1500 на 1600 на 450. Промежуток 400, 300, 300. Остаток получается тут что-то в районе 50 или сколько. Ну да, 50. Сейчас у нас тут вся хуйня будет с привкусом краски. Чай, мороженое, печенье. Но это ничего страшного. И вообще, блядь, пользуйтесь, сука, защитой. Заебали вы нахуй. Как посмотришь, блядь, каждый второй живет так, как будто у него запасные уши, глаза, легкие дома, блядь, лежат. Особенно, знаете, кто меня бесит больше всего? Вот эти вот, вот такие вот маляра, которые думают, что если они уже научились красить, то, блядь, этот скилл дает им сразу автоматически бессмертие. И вот я смотрю на большинство маляров, как они хуярят без респиратора. Я подхожу, говорю, слышишь, я говорю, у тебя это самое, в глазах не темнеет от того, что ты, блядь, в закрытом помещении без респиратора хуяришь. Да не, ебать, я привык, блядь. К чему ты, сука, нахуй привык, хуйня ты тупая, блядь. У тебя вот это весь, вся эта поебень, блядь, в легких оседает нахуй. И потом, блядь, к 50 годам смотришь, блядь, то ослеп, то оглох, ой, что-то у меня почки, ой, печень отказала, ебать. Конечно, отказалась, у тебя в голове нет нихуя, блядь. Абсолютно, пустота, вакуум, нахуй. Я вообще не понимаю, что за люди, блядь, такие? Хотя, в принципе, что тут непонятного? В этом плане вот мне больше всего нравится как бы параллели проводить. Я всегда, вот глядя на все это, постепенно скатываюсь в анализ. И вот многие говорят, почему мы так хуево живем. Если, блядь, людям самим на себя насрать, то хули уж об остальном говорить, там, о низких зарплатах, о низком уровне жизни, ебать. Людям насрать на себя, блядь. Они самостоятельно себя уничтожают этой всей хуйней. Вот этой всей покраской, блядь, похуизмом, блядь, когда варят там без маски, блядь, зачищают, блядь, без кожуха, без защитного болгаркой, дышат всей этой хуетой, блядь. Блядь, я не понимаю. Многие там мне говорят, типа, а чё ты постоянно, короче, там вот тоже вот пилишь в мастерской без респиратора и дышишь всей этой хуйней, блядь. Я, как правило, всем этим занимаюсь, блядь, когда у меня ворота открыты. Я попилил, блядь, все это выветрилось, все нормально. Сейчас вот, блядь, зимой, когда все закрыто, я ебать, я даже, сука, ржавчину, блядь, и ту, сука, в респираторе счищаю с этих ебаных уголков. Они полежали в подвале, поржавели, ну, блядь, нельзя ж красить это все, вот, блядь, как есть, потому что краска потом нахрен поотваливается. Все пошло это. Так что, ну вот, как бы, возвращаясь к данной теме, людям похуй на себя. Ты ему говоришь, блядь, сука, пользуйся защитой.
Да нахуй она нужна, мне неудобно. Ебать, в гробу так удобно лежать. Я тебе передать не могу. Пригнали еще одного Джокера. Сразу с контейнера. На ревизию. Не знаю, даже заводится он, не заводится. Наверное, не заводится. Хотя, кто знает. О, понятно. Ух, хорошо, блядь. Там все закисло. Даже не возвращается нормально. Пробег 13 тысяч. Ну, такой же. Покис, подцвел. Все это надо, короче, преобразователем обрабатывать. Но так, в целом, еще более или менее живой. Краска по пизде пошла от простоя. Не знаю, блестела она до этого, но она не блестела. Вот какие-то наклейки тут что-то. Что-то было наклеено, и вот он не блестел. Вообще его хотят покрасить потом. Вообще похоже уже на какой-то, блядь, колхоз, если честно. В Японии колхоз там вообще развит хорошо. Вы будете удивлены, но да. Сука, так тяжело через респиратор дышать, надо уже сменные элементы поменять. Уже практически не протягивается. Забивается моментально, даже, блядь, и марля стоит, все нахуй. Вот этими вот краской, этой мельчайшими фракциями забивается в говно, в полное. Тут тоже вон хром пошел. Вот так еще. Более-менее живой. Поживее, чем вот это несчастье, которому досталось по жизни. Но это мы на Саню оставим, потому что у Сани сейчас работы особо нету. Будем его поддерживать. Его малый бизнес пассатижами за яйца будем поддерживать. Прикольная красочка собралась вокруг трубы. Затягивает сюда. И вот тоже. Забавно. И вот